I'm a bee. Как вы думаете, ваша героиня Сирена похожа на вас по характеру в реальной жизни? Ну, как сказать, Сирена, она очень разносторонняя личность, непонятно, она вообще хорошая или плохая. В принципе, да, у меня есть, тоже присутствует что-то в этом роде. Но это нужно не у меня спрашивать, а у зрителей, у детей, которые не знают. А вы сами как думаете? Затрудняюсь ответить на этот вопрос. Ну, да, могу это с уверенностью утверждать, но есть некоторые отличия. I'ma be making all them deals you wanna do. I'ma be up in them A-list flicks, doing one-handed flips, and I'ma be sipping, don't trick her. I'ma be shaking my hips. You gon' be licking your. В реальной жизни, когда вы выпьете много, вы себя ведете так же, как и в сериале? Очень интересный вопрос, потому что я не знаю, как я веду себя, когда я много выпью, так как я вообще не пью. У вас были какие-нибудь отношения с Дэном в настоящей жизни, или это была просто игра? Это была просто игра. Ну, фактически были. И я не могу назвать это обычной игрой. В реальной жизни, если бы с вашим другом случилась беда, вы бы смогли, так же, как и в сериале, дать ему 20 тысяч долларов? Ну, если бы они были, конечно, у меня, то ну, я подумал бы, что бы давать или нет. Мы слышали, что The True Payment выпускает новый сериал. Не могли бы рассказать нам что-нибудь? Вообще это держится в строгом секрете. Ну, могу сказать, что жанр будет такая легкая мелодрама, как больше комедия. Вас что-нибудь связывает с актрисой, которая играет Блэр в настоящей жизни? Нет, уже давно. Как вы знаете, мы по сериалу не играем. Как вы отнеслись к вашей смерти в сериале? Положительно, я сама планировала. А когда вас пригласили сниматься в сериале, вы были знакомы со всеми актерами? Нет, я знала только Сабину и Настю. А было легко найти общий язык с актерами? Думаю, что да. Мы быстро сдружились. А в каком моменте вам больше всего нравится ваша актерская игра? Ну, я могу с уверенностью утверждать, что абсолютно во всех моментах я себя удовлетворяю. По сериалу Дэн ваш бывший бойфренд. А когда Сирена целовалась с ним, вы ревновали? Нет. Я равнодушна Паша. Я слышала, там некоторые люди были недовольны, что вы снимали, и они попадали в кадры и просили, чтобы их порезали. Ну да, даже у нас один раз, когда мы в MyFitness снимали раздевалки женские, там даже голая женщина попалась. А вот айфоны, которые постоянно вы снимаете, это у каждого актера у вас, или вы один постоянно просто снимаете? Да, у каждого, наверное, спонсор давала, каждому, так сказать, подарил. Да? А вы мне подарите тоже? Да, пожалуйста, господи, дайте. Какие у вас были ощущения при первом поцелуе в сериале? Было уже сложновато играть, потому что... Ладно, это личные вопросы. Давайте следующий. Мы слышали, что на конец сезона сценаристы хотят поставить эротическую сцену. Будете принимать в ней участие? Ну, смотря с кем, я еще подумаю. Я думаю, нет, Хейна и Срома. Как вы думаете, какая героиня сериала подошла бы вам больше в серьезных отношениях? Сирена или Блэр? Здесь сложный вопрос. Если бы Блэр была бы такая, то я думаю, она, ну, каждый по-своему подошел бы. Останусь на Сирене, скорее всего. Я считаю то, что из типажей, представленных вами в данный момент, в плане характера, почему-то я считаю, что по внешности Сирена. Но на второй план я поставил бы Блэр. Дэн или Нейт? Вы. Ну я не мужской пол, я имею в виду. А я лесбия. Вот у вас была серия Fashion Week. Модели, которые снимались в этой серии, они настоящие модели или просто девушки, которые пришли?
Вообще-то они не настоящие модели, это моя бывшая группа, в которой я раньше танцевала, я их всех пригласила на 75, и они очень подошли на эту роль. Были слухи, что режиссер хотел продолжить вашу съемку в сериале, но вы бы стали лесбиянкой в сериале, вы бы согласились на эту роль? Ну, ради карьеры, может быть.